Продолжается работа детского межшкольного лагеря, расположенного в центре образования в Брусилово. На сегодняшний день образовательную площадку посещают 59 детей с 1 по 5 класс из разных школ города. Каждый день в лагере не похож на другой. Воспитатели вместе с детьми готовят увлекательные программы по разной тематике – здоровье, дружба, спорт. Сегодня ребята отмечали день именинника и поздравляли всех, чей день рождения пришелся на август. Особое внимание в лагере уделяется безопасности и профилактике детского травматизма. Перед каждым выходом на детскую площадку эксперт отряда обязательно проверяет знания безопасного поведения. Кто мне назовет правила безопасного поведения на детской площадке? Что мы не делаем? Кир. Не толкаемся. Правильно, Варь. Не деремся. Нельзя кататься с самокатом. Совершенно верно. Играем аккуратно, друг другу помогаем. По мнению педагогов, такие знания важно получать не только в рамках школьной жизни или летнего лагеря, но и дома от родителей. Материал лучше всего усваивается, когда подход комплексный. Мы сначала провели инструктажи с детьми. У нас есть инструктаж, это журнал инструктажей есть. И в каждом журнале дети подписываются о том, что они прослушали ту или иную тему. И после этого им выдается брошюрка. Эту брошюрку они уносят с собой домой, делятся своими впечатлениями, новыми знаниями. В рамках реализации кампании по профилактике детского травматизма, которая стартовала в регионе 1 августа по поручению губернатора Игоря Рудени, с инструктажами и мастер-классами в летний лагерь приезжают представители ГИБДД, ГИМС и МЧС.